Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я занимаюсь продажами новостроек в Рязани непосредственно от застройщика. В данный момент нахожусь на объекте жилой комплекс «Открытие». Небольшой ролик, ну, посмотрим, что происходит на стройке. Смотрим. Так, ну вот смотрите, стройплощадка непосредственно жилого комплекса «Открытие». Сейчас приближу вам. Потихонечку дом строится. Видите, возводятся уже пилоны. Этажность потихонечку начинает подниматься. Так что дом строится. Кто купил квартиру в этом доме с моей помощью, передаю большой-большой привет. Кто еще не купил, обращайтесь, обязательно вам в этом помогу. Вот смотрите. Опять же вопрос, сейчас была как раз вот сделка, человек оформлялся, клиент. Большой привет, если вдруг прям как раз будешь смотреть этот ролик, где же дом находится. Человек покупал, вложился в дальнейшее, ну, чтобы перепродать потом, в принципе, все понятно. Недвижимость растет, денежки сохранены. Почему бы нет, такой план, он как бы раньше работал, я думаю, что сработает и в данный момент. Где находится «Открытие», сейчас просто вот покажу. Сейчас, это мы сейчас находились с вами на самом объекте. Все равно самая, скажем так, точка, откуда будет понятно, это жилой, торговый центр «Европа» по Новоселу в конце. Вот я сейчас, тут дорожка. Вот это вот самое, вот этот торец торгового центра «Европа». За ним идет, я так понимаю, водоканал, наверное, насколько мне вот писали в комментариях люди. И вот потом, вот эта вот дорожка, я не знаю, тут километр меньше, наверное. По метражу, честно говоря, по километражу, не знаю. И вот начинается строительство большого жилого комплекса. Тут где-то здание, наверное, я так помню, что вот есть такое вот в единстве застройщика. Если придете, там такой есть наглядный макет, что собирается строиться. Тут, по-моему, 5 зданий. То есть это одно из 5 зданий жилого комплекса «Открытие». Вот такая вот красота. Так, вот первый дом строится, первый дом двухподъездный, разная этажность. Ну, это посмотрим по планировкам. Я думаю, там, кому было интересно, на сайт уже зашли, ознакомились. Ну и в этом доме есть в продаже квартиры небольшой площади, там 28-29 квадратных метров. Ну, что, соответственно, влияет на цену. Сами знаете, сейчас недвижимость дорога, вообще какую-либо не взять. У нас цены подскочили достаточно резко, многое не укупишь, но вот здесь вот есть возможность такие небольшой площади приобрести квартиры. Ну, сейчас на цену влияет метраж. Небольшой метраж здесь есть. Мало ли, если вдруг вам надо, тоже поинтересуйтесь. Так, ну, в принципе, потом в результате будет здоровенный такой жилой комплекс со многими зданиями и созданной инфраструктурой. А так, как бы, так, квартиры периодически заканчиваются, периодически продаются. Я вот лично с клиентами как бы оформляюсь. Поэтому не зевайте, цены потихонечку растут. Как бы, если вдруг интерес есть вложить денежки свои для последующей там увеличения стоимости жилья там, и зарабатывания, почему бы нет, рассмотрите такой объект тоже. Так, ну смотрите, ролик заканчиваю. В принципе, все, что хотел, показал. Дом растет. Ну, ориентир, где он находится, ну, чуть-чуть как бы показал. Потому что многие все равно смотрят на карте. Сюда ни разу не приезжали, квартиру покупают, а потом, где же он на самом деле находится. То есть, ну, я думаю, будет полезная информация. Ну, еще раз повторюсь, квартиры есть в продаже. Однушки, двушки, трешки и небольшой площади однокомнатной квартиры. Захотите купить или нужна будет какая-то информация, цены, планировки, звоните мне по телефону 8-910-973-33 или пишите Viber, WhatsApp. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Спишемся, пообщаемся, что-то подберем, куда окна выходят, тоже важно сориентироваться. Пришлю вам планировки, цены, ну и бесплатно забронирую. В принципе, все. То есть можно купить по ипотеке, продажи с помощью эскроу-счетов. Внизу оставляю ссылку на сайт с ценными планировками для ознакомления. А так ролик заканчиваю. Всего вам доброго. До свидания.